Астма или реактивное заболевание дыхательных путей – это хроническое расстройство, которое выражается в затруднении дыхания вследствие воспаления бронхов, основных проводящих путей в легких. От астмы страдают от 3 до 5% взрослых и от 7 до 10% детей. Тяжелые приступы астмы вызывают десятки тысяч смертей каждый год. В дыхательных путях людей с астмой происходит три процесса. Первый – это воспаление или отек. При этом дыхательные пути воспаляются и выделяют густую слизь. Воспаление в дальнейшем ведет к сокращению мышц вокруг дыхательных путей, что делает их узкими. Это сужение также известно как бронхиоспазм. Третий процесс – усиление чувствительности дыхательных путей – приводит к тому, что больной астмой становится чрезмерно чувствительным к перхоти животных, пыльце, табачному дыму и так далее. Больным астмой совместно с лечащим врачом необходимо разработать план лечебных мероприятий для контроля симптомов и уменьшения количества приступов.